Годами правда была на поверхности. Люди из другого времени, других миров, герои. Но теперь мы знаем. Они среди нас. Что такое щит, агент Уорд? Шестая интервенционная тактико-оперативная логистическая служба. А вы что об этом думаете? Что кто-то отчаянно хочет спрятаться за этим щитом. У меня шестой уровень допуска. Я знаю, что агент Коулсон погиб во время битвы в Нью-Йорке. Добро пожаловать на седьмой уровень. Кто это? Это супергерой, агент Уорд. Мы работаем над делами, которые щит пока не засекретил. Странное, неопознанное. Теперь это не шпион против шпиона. Весь мир вовлечен. От Джосса Уидона, режиссера фильма «Мстители». Ты в опасности. Что за опасность? Щит. Которым защищаются? Щит. Правительство. Опасные люди в черных костюмах забирают таких, как ты. Новая команда будет собрана. Она та, о ком я думаю? Она пилот. Мелинда Мэй просто пилот? Фитц Симмонс? Он Фитц. Она Симмонс. Я инженер, а она биохимик. Это не с нашей планеты. Чтобы расследовать странное... Мы восстанем против тех, кто скрывает правду о щите. И никто нас не остановит. Привет. Есть только два выхода. О, выберу какой полегче. Нет. Нет? Вообще-то я не командный игрок. Мы не совсем команда, но в состоянии сделать что-то хорошее. Они будут защищать обычное. Я многое повидал. Хороший человек-герой не потому, что может делать добро, а потому, что делает его. От экстраординарного. Не только мы заинтересованы в людях со способностями. Стреляем только в крайнем случае. У нас пара часов и никаких идей. Никогда не говори, что выхода нет. Не все герои. Супер. Не трогай Лолу. Агенты щита. Премьера этой осенью. Озвучена релиз-группой Alternative Production специально для сайта abcdiffuseshield.ru.